Это не все, друзья. Помимо живой рыбки, вы можете приехать и приобрести вот эту вкусняшку. Друзья, это форель слабосоленая, холодного копчения. Вот она. А запах какой стоит. Вы себе не представляете. Ольховая щепа с можжевельником. Это просто что-то с... прямо отвал башки, честное слово. Я прям бы сейчас затряпал бы одну. Здесь у нас прейскурант цен на нашу рыбку живую. Здесь у нас, видите, пока не приобрел такой хороший холодильник, пока вот холодильник витринный. Здесь у нас вы можете приобрести пельмени из сама, обратите внимание, пельмени из форели мы делаем. Мы делаем котлетки из горбуши, котлетки из форели, котлетки из сама, котлетки из осетра делаем. Колбаски делаем, сардельки делаем, друзья. Тефтели делаем, это все собственное производство наше. Плюсом пилим стейки. Сезон шашлыков начинается, вы можете приехать приобрести стейки белуги, например. Здесь дальше открываем холодильник. Там у нас внизу стерлядка холодного копчения. Здесь у нас даже есть, посмотрите, колбаса краковская из лося. Лосятину делаем. Краковская лось, колбаса сервелат лось, колбаски для гриля. Посмотрите, что за сказка, просто для гриля, посмотрите. У нас есть колбаса из сама африканского клариева. Это очень вкусно. Друзья, у нас есть колбаса краковская из клариева сама. Это тоже очень вкусно. Мы делаем рулеты. Рулет из форели и с самом в сочетании две рыбки. Это очень вкусно. Друзья, у нас есть, посмотрите, осетрина холодного копчения, балыки какие куски. Это просто отвал башки. Вот посмотрите. Посмотрите, мед прям какой, мед. Мы делаем холодку из сама. Мы делаем краковскую из сама, сардельки из сама, филешку делаем холодного копчения. Посмотрите, какие мед, это вот куски, это белуга. То есть, если внизу вот это вот осетр, то вот это вот беленькое, видите, это куски холодного копчения белуги. Это безумно вкусно, друзья. Мы делаем даже карпаччо, посмотрите. Но карпаччо не из рыбы, карпаччо из лося. Вы можете приехать, это все приобрести, что вам нравится. Мы делаем, друзья, паштеты. Мы делаем паштеты из форели, паштеты из сама, паштеты из осетра делаем. Друзья, не забываем, икра черная у нас в продаже до сих пор есть, еще чуть-чуть осталось. Поэтому, друзья, попу свою поднимаем, в тачку прыгаем и приезжаем в магазин за вкусняшками от Beluga Fish. Поэтому как-то так, друзья. Вы приезжаете, мы все вам рассказываем, показываем. Вы рыбку хотите живую, хотите в переработанном виде, берете. Еще раз повторюсь, в навигаторе Beluga Fish Одинцово вбиваете и все. И вам навигатор приведет вас именно к нам. И еще попрошу, друзья, все-таки на канал подпишитесь, кто не подписан, по-братски. Потому что 74% просмотров нашего канала смотрят люди без подписки. Для нас это важно. Мы хотим развиваться вместе с вами, чтобы вы нам помогали. Хотим открывать и покорять новые вершины. Поэтому, друзья, на канал подписываемся, обязательно ставим колокольчик. Ну и нет-нет, какой-нибудь комментарий. Ну посмотрите, как можно... посмотрите, форелька какая. Кони, лоси плавают. Посмотрите, какой здоровый. Этот, наверное, килограмм под 12. Вон внизу, посмотрите, белуга лежит. Вон они, коняшки наши. Вот он, плывет конь. Это плывет. Самец русского осетра, динозавр. Я еще раз повторюсь, друзья, вы можете приехать к нам, ткнуть пальцем, мы для вас взвесим рыбку. Если надо, я же говорю, мы ее почистим, кишки достанем. Если надо, голову, хвост отрубим.
Если надо, мы ее на стейке попилим. Если надо вам еще засолить, то мы засолим. И сейчас сезоном весны, снег потает, мы начнем еще мариновать осетра. Ну, то есть шашлык, чтобы вы приезжали, ведерко готового продукта купили, домой приехали, не заморачивались и поставили его жарить. Поэтому все для вас, лишь бы вы улыбались.